я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Всем привет! С вами Ирина Алексеевна и Егорша. Да, у нас проблема, нас обокрали цыгане, у нас остался то ли радиатор, то ли как она называется. Мы вообще один провод просто провели, два. Да. И мы, ну, мы можем ехать, но проблема в том, надо покупать нормальную машину. Вот. Ага. Ну да, это... Давай тогда поедем, попробуем завести ее. Да, как вы... Если уж не получится... Страшный день смерти, и у нас страшилка какая-то. Ну, это погода просто такая в Челябинске, ну, вы знаете. Да, погода очень страшная, я не знаю. Вот, как видите, я еду, и у меня вот просто дым вот идет из-под колес, потому что, ну, как я и говорю, у нас оставили только один радиатор. Поэтому нам надо поехать в автосалон Санкт-Петербург. Ферру. Так, я не вижу, куда ехать. Давай, да. Навигатор, сейчас мы... GPS. Так, да, вот, вот GPS включили, теперь можно ехать. Дедушка едет, дедушка. Ой, смотри, там машина, там машина. Ой-ой-ой, смотри, какая. Это что, ой, знак это того, что тут призраки? Страшилка. Это машина. Вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Мне уже нравится. Ездит еще лучше, чем та. Наконец-то нормальная машина. Кстати, нам надо еще в гости к Нигеру поехать. Да, в гости к Нигеру. Ой, тут страшные черные горы. Смотри, тут страшные. А что произошло-то реально? А что все темное стало? Это страшное шесть. О, черт, мы выбрались из мира Бенди. Бенди. Это Бенди и чернильная машинка. Ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А где мы находимся вообще? Мы где? Находимся в мире 6.6. В мире Бенди? Так, погоди, надо посмотреть сейчас GPS, а то мне что-то это вообще не нравится. Да, дедушке нужно сейчас GPS-ик включить, все будет нормасик. Там сейчас, надо поднастроить. Там вертолет падает, смотри. Что? Вот это уже реально Бенди. Там что происходит? Ладно, ладно, мне надо страшилу, почему бы, я сейчас описываюсь. Не надо такое делать. Придется поехать по этой дороге. Не надо попадать в мир Бенди и чернильной машины. Ну ладно. Вот дорога. Да. Все, нужно ехать вот в город. Сюда надо подняться. Да, мы черт хотели всего лишь в гостю к Книгеру. А, у него а в итоге что-то... мы приехали в гости к чернильному Бенди. Так, сейчас мы поедем дальше. Потому что главное просто надеяться на то, что нас не схватит Бенди. Ой, там смотри, о, все чёрное. О, произошло! Ой. Ты видел? Это Нига какой-то, Нига.
Да он что, охренел да, вообще, блин? Это что такое? Он улетел куда-то, он читер, хакер 6. Как он может такое вытворять? Вообще, что он вытворяет? Что? Так, что садись. Это он опять! Смотри, он без твоей машины! Сейчас, помоги! Помоги! Ой, не убивай! Всем привет! С вами Ирина Алексеевна и Егорка. Мы вернулись. У нас, конечно, были проблемы такие. Нас какие-то мужики хотели убить. Нас остановили админы Crime City. Да, да. Ну это все нормально. Так что сейчас все. Да, поэтому садимся. Можно вот. У нас везде ходит. Ой, чего не забыл? Он тренированный, он очень классный. Вот садимся. Мы а чё у него за звук сигнала? Да я не знаю, что ты, Люма. Слушай, какой-то ну бабки вообще звонят. Нормальный автомобиль, слушай. Вот реально сразу видно, русские делали. Моргенштерн Генг. Всем привет, с вами Ирина Алексеевна, это прямое включение из мира апокалипсиса. Мы сейчас едем на автобусе, мы в тот раз разбились на вездеходе, это ужасно просто, все страшилка. Вездеход стоит 8 тысяч. А еще так мало-то? Вообще. Ой, 8 миллиардов робоксов, роблоксов. А, нифига себе. Вот мы купили автобус себе. Ой, все, походу автобуса больше нету с нами. Есть автобус, смотри. Едем. Едем нормасик, нормасик. Чисто попиваем. Да, все хорошо. Все хорошо. Да. Ой, это что такое? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Ой, тихо. Капец, тебе там лысину не причесала немножечко. Все хорошо. Все нормально, домкратом вот так вот. Да, вот так вот. И все нормально. А слушай, а ты можешь? Ё-моё. Обернись, пожалуйста, вот сейчас. Просто ты видишь, там небо как бы у нас. Я не знаю, как это. Я вижу чёрное небо. Это магия какая-то, это магия какая-то. Это чернила Фэнди. Чернила Фэнди? Да. Фэнди, Фэнди. Фэнди, Фэнди. Гуччи, Прада. Ой, нам ой. Не... Ой-ой-ой, Фэнди, Фэнди, Гуччи, Прада. Мы немножечко там пукнули, всё. Да? Да, едем. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Сюда лучше не ехать. Сейчас аккуратненько нужно проехать всё это. Ой. О! Что происходит? Всем привет! Это прямое включение с Ириной Алексеевной. Alone in this awful darkness, I don't even know where my dad or mom is. Never been a fan of animatronics. Can I get a grown up to check in my closet? Just through the noise, I don't know where it went. To the right or the left, is it under my bed? This must be a joke and it's all in my head. But what if I'm in hell and I'm already? Yeah! Calm down, take it slow.
check the halls. Listen close, shut that door, better keep it closed. What's behind it, I don't wanna know. Raspberry pizza, thought it was gone. Freddy and his friends are far from gone. Did you hear that? Now here they all come. Five long nights and I'm only on one. Welcome home, girls and boys. Time to play with. Теперь Фредди Фазберг убийца. Да. Это будет Челябин. Так, сейчас у меня... Ой. Я просто... Welcome to the cum zone. Only cum inside animated girls. Quivering clit, double jointed pussy, fresh balls, elegant ejaculation. First the kiss, then the cum. My dick is in love with pain. Co-op cock torture. Stuff my dick into a furnace. Stitch my cock shut. Pressure cook my greasy balls. Come blast me and make it snappy. Come. What's all the commotion? My dad fell into a cum shaft. My dad glazed my face with cum. Fertilize a baby with hunk spunk. Cum spunk in my trunk. Cum craving toddler. Cum dripping cunt. Cummy Ray Jespin. Come me maybe. Cummy bottom boy. Knight of the... I'm not going to be able to do it.